Тема эфира сегодня «Дети понедельника» в студии программы «Наше утро» Анна Шамбанал, Дмитрий Соловьянов. Мы говорим вам доброе утро. И у нас, внимание, друзья, музыкальная пауза. Какую же песню мы сегодня выбрали к теме нашего эфира? Мне кажется, уже все догадались, да, что это «Остров невезения», который исполнил Андрей Миронов. Сегодня строки этой композиции прозвучат из уст нашего гостя. Алексей Кнышенко, музыкант, ведущий праздничных мероприятий, хороший, добрый человек у нас сегодня в студии. Доброе утро. Алексей, здравствуйте. Доброе утро всем. Конечно, песня прекрасная, настроение великолепное. Кстати, хочу сразу всем дать замечательный рецепт, чтобы всегда везло. Давайте. Хорошего настроения, так? Чтоб час везения для вас настал, утро встречайте с Анной Шамбанал. Ой, боже мой! Ты слыхала вообще? Сразу все поняли. Когда кто-нибудь про меня придумает что-нибудь? Если я придумаю про тебя аналогичное стихотворение, меня не поймет. Алексей, вы мне нравитесь. Алексей, пока Аня в шоке, чуть-чуть приятно. Расскажите, пожалуйста, вы везучий человек? Ну, естественно, я везучий человек, иначе я бы здесь не находился. А вообще считаете или нет, что есть такие действительно люди, вот дети понедельника, у которых вот вся жизнь, как бы так скажем, в черных полосах? Да. Есть такие люди, эти люди всегда настроены на позитив, поэтому в понедельник у них ничего не получается. Вот, абсолютно я согласна с вами. Ну что же, давайте поднимем настроение всем, не только мне, вот, это было, но и абсолютно всем гостям, которые у нас сегодня собрались за нашими экранами. Друзья, пожалуйста, присоединяйтесь. Тот самый у нас хит фильма «Бриллиантовая рука», да, в исполнении нашего гостя. Поехали. Покрытый зеленью абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. Что они не делают, не идут дела, видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут, Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут, Богу молятся, не жалея слез. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря, ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день такой неведомо в никаком году. Уезд бичел! А теперь танцуй все! Зрители, вас не видно? Yes. О, браво, вот браво. Это да, отлично. Слушайте. А вот это еще? Еще какие-то звуки, да, больше. Слушайте, мне кажется, сейчас все наши телезрители точно встали и вот начали даже с кружечкой кофе, как бы, но пританцовывать. Подпевать вам. Спасибо вам огромное за ваше настроение и за ваш талант. Напоминаем, что у нас сегодня в гостях и в студии был Алексей Кнышенко, музыкант, ведущий праздничных мероприятий. Ну и вот, как вы сами поняли, человек, который... А вы, кстати говоря, в какой день недели родились? Да. Я родился в хороший день. Хороший! Неважно какой это, понедельник, вторник или воскресенье. Вот, это отличный ответ. Привет, кстати говоря, да.